Кто это? Кто это? Обезьянка, обезьянка, обезьянка! Почему ты в него не стреляешь? Что? Это босс? Молот! Молот, вы чё издеваетесь? Чтоб он по мне ударил? Иди ты нахер! Откуда ты стреляешь? Вон он бегает внизу. Сейчас, подожди, я к тебе спущусь. Сейчас, я придумаю, как это сделать. Ебать. Не так я хотел к тебе спуститься, не так. Вечерочек, ты на канале Ганте Геймс, где мы с тобой играем в разные игры и продолжаем играть в Лару Крофт Tomb Raider Remastered. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Вот эта миссия, вот эта карта называется Колизей. Так что смотри, тут будут, скорее всего, львы. Воу, воу. Вот это я, конечно, прицелился. А ну, вылези отсюда. Так, а я же делал потише звуки. Нет, не то. А, так мне и звуки надо тише делать, а то что это? Вот. А то меня не слышно ни разу. Украинский, славянск, турки, данск. Как мне вернуться на моё? Господи. Зря я туда полез. А... Вот, теперь комфортно. По ушам не бьет. Супер. Почему нельзя было так всегда сделать? Блин, ну она очень тихо ходит. А мне это нужно. Давай вот так. Так, там не будет никакого крокодила. Вот сука, вот живой. Вот тут. Давай, вылези. Вылези, вылези, вылези. Что так долго? Что так долго вылазь? Он уже тебе за жопу цапнул. Опачки, опачки. Здравствуйте, мистер крокодил. Здравствуйте, здравствуйте. Почему ты такой живучий? Все, до свидания, крокодил. Я с тобой шутки шутить тут не намерен. Так, что-то здесь есть? Что-то у нас может тут нам пригодиться? Я ничего не вижу. Тогда вылазь. Вылазь. О, красиво здесь уже. Красиво, ты посмотри. Ты посмотри, как... Ай, вот и лев! А вот и лев! Опа, опа, куда прыгать-то? Куда прыгать-то? Да куда прыгать, иди ты нахер? Конченый лев, конченые прыжки, что за прикол? Он убежал. Сколько у меня жизней? Мало. Мне нужна... Иди сюда, сука. Все. Очень ты живучий. Нам, короче, наверх, я тебе отвечаю. Там что-то есть, я вижу. Я вижу. Я вижу, там что-то есть. И как же нам туда забраться? Там, там видно, что что-то есть. Там какой-то вход. Ага, смотри сейчас. Опа. Там что-то должно быть. Нет? Скорее всего, мы оттуда, значит, выйдем. Раз такие приколы. О, пойдем на льва поглядим. Красив. О, ну нет, ну разница, слушай, большая, конечно, разница большая. Что у нас по оружию? Ноль. И больше мы ни хрена не нашли, ясно. Будем бегать все время с одними и теми же патронами. Опа, еще один. Так, так, кувырок, кувырок. Лара, кувырки, кувырки, учись делать кувырки. Я умер, а я не сохранился. Ну зашибись, как так-то? Так, загрузить. Колизей. Ну давай сначала. Чё? Так, напоминаем. Как мне прыгать? Вот, я стреляю.
Как она кувыркается? Я хер соображу. Вот. Нет, ну почему ты падаешь? Почему ты падаешь к крокодилу? Он тебя каким-то чудом вообще не ест. Я очень удивлен. Как крокодил тебя не сжирает? Ты уже вот ногами своими бултыхаешь прям перед ним. Как он тебя не кушает? Он должен был тебя схватить, съесть. Пережива... Два или один? Опа! Опа! Ну будем в прыжках хера делать. Во-во! Второй пришел! За жопу укусил! Второй за жопу укусил! Прыгай! Опа! Нормально! О, ты сквозь колонны не бегай! Сквозь колонны не бегай! О, господи! Красиво припарковался. Ой, давай сохранимся, короче. Это было что-то слишком как-то потно. Так, сохранить. Я уже стараюсь все это не путать. И... Тут ничего нет. Как обычно. Ничего не нашли. Тут пусто. Для чего мы это делаем? Она прыжками же быстрее передвигается, да? Как будто да. Как будто так даже комфортней. Ну пойдем. То здесь, опа, жизни, подожди. Это вот это надо. Я просто не вижу смысла даже заранее держать пистолеты. Потому... Опа, ёб твою мать. Отстань, киса. Ну ты даешь, конечно. Киса, ну ты даешь. А ты можешь как бы не отворачиваться? То есть, когда я прицеливаюсь, не отворачивайся, пожалуйста, от него. Так, блять, опа, нормально. Нормально. Я после каждого буду сохраняться, а то это... Сейчас какой-нибудь другой куснет, мы умрем, и все. Не-не-не, так не пойдет. Так вот, не вижу смысла, потому что она все равно не будет их убивать сразу же. То есть, сколько нужно этих патронов всадить... Чтоб она их победила. Это, то есть, ну, нереально. Тут вылезет к нам кто-нибудь? Ой-ой, я испугался вот этой текстуры. В смысле? А куда нам? Подожди, я не понял. То есть, нам сюда не нужно было? Да как это не нужно? А куда нам тогда? Тут закрыто. А там завалено. Что-то на улице должно быть? Или все-таки туда пытаться забраться, что я увидел вот это место? Ну что тут... Сложно куда-то забраться. Я что-то не вижу здесь даже способов. Забраться. Ну, вот это? Нет, она не допрыгивает. Попытка-то неплохая. Опа. Блин, ну это жесть, вот это в текстурах. Посмотри. Ой, господи, что это? Ты только посмотри. Как до этого всего можно догадаться? Ну, мы забрались, это уже неплохо. Но нужны аптечки. Мне вот я заметил, что мне перестали раздавать аптечки. А это вообще максимально нехороший знак. А чё, нам не сюда? О, аптечка. Ну это сейчас секретные. Да нет. И как же нам перебраться выше? Чё-то погоди-ка. Что-то, может, тут где-то что-то есть? Может быть, тут куда-то можно зайти, попасть? Под водой? Опа, что там было? Я что-то видел. Под водой точно ничего нет. Но я вижу там проход. А, там патроны для дробовика лежат. О, так это секрет. А как сюда попасть? А, нафига вы такие делаете секреты? Я их так вообще увижу, эти патроны? Ну, их так хуже видно, но понятно.
Понятно, что это они. То есть нам не сюда. А, вон, наверх. Тихо. Ничего себе. Опа, почему пошла? А? Почему пошла? Ты не должна была упасть. Пройди еще чуть-чуть вперед. Блять, еще чуть-чуть вперед. Молодец. Поднимайся. Там ничего нет. А вот здесь я сохранюсь, короче. Так будет правильно. Колизей. Но я пока не Колизей не увидел, но увидел львов. Я считаю, что это уже название себя оправдывает. Ты когда-нибудь, кстати, был в Колизее? Если что, напиши об этом. Это даже интересно послушать. Так. Смотри, короче, нам сюда. Ой-ой-ой, господи. Так, тихо. Ага, вон проход. Вниз. То есть я могу допрыгать? Ага, ясно. Смотри, сейчас будем пробовать, чтобы далеко не бежать. Берем вот это, сохранить. Сохранились. Бежим. Опа! Так. Сука, мне нужны патроны. Мне нужны патроны. Загрузить игру вот эту, да. Так, как бы так. Вот это не знаю, что произошло. Я не знаю, что произошло, но я взял. Я взял. Это какие-то чудеса, но я справился. Офигеть, я это сделал. Да. Теперь, конечно, придется все обратно идти, но я нашел и я залез. Супер. Меня вот эти львы Бэтмены пугают. У них глаза светятся, как у Бэтмена. Так, давай быстрее прыгай, а то ты что-то какая-то медленная, долгая. Так, нам сюда. Вот так. Потом сюда. Потом сюда. Потом вот так. Вообще, посмотри, без остановки. Без остановки иду как по этому. Не знаю почему, но бегу без остановки. Опа, прыжок. Туда прыжок. Туда вот все. Стой, сохраняемся. Это важно. Так, не со... так вот, вот здесь все правильно. Чуть не допустил ошибку. Вылазьте. Я слышу. Что это? А вы вылезьте. Вот это молодец ты, конечно. Вот это ты придумала. А вы сюда не заберетесь? А забирается. А он забирается туда. Ай, не кусай, я вылезу. То есть... я же смогу вас одолеть, да? Я же... Все? Вы замолчали? Дайте мне мою аптечечку. Которую я сразу же использую. Вот это, знаешь, вот это я не люблю, когда вот ты пытаешься добраться до какой-то вещи. А пока ты до нее добираешься, ты потратил все остальные свои вещи. И оно как бы, знаешь, получается неравноценно. Вот этому всему. Что пришлось сделать. Ебать, а что за начался... вот оно что. А я думаю, что начался за принц Персия, как мы будем все это делать. Давай, погнали. Хорошо, идем. Не-не-не-не, она отвлекается, если я начинаю двигаться. Туда можно... Там еще секрет, еще патроны, вот это неплохо. А можно мне еще так аптечку к ним класть? Точно секретное место, да? О-о-о, люблю такое звучание. Мне оно очень приятно моему уху. Так, теперь надо... Я вроде научился спускаться. Тихо. Иди. Опа, получилось. Видел? Получилось, схватилось. Так, спрыгивай. Теперь мы сохраняемся.
Это неотъемлемая часть нашего геймплея. Только так мы и можем играть. И вот я к чему говорил. Вот ты хочешь взять аптечку? Него? О, аптечка, класс, возьму ее. А в итоге помер, блядь, из-за этой аптечки. Несколько раз. Так, тут ничего нет. Внизу там кто-то есть? Никто не сабнет меня за ноги? Тут что? Ничего. А, вот мы и пришли. Вот это место. А, открывай, конечно, открывай. Будет сокращенный проход. Вот там, похоже, Колизей. Вот там, похоже, будет жопа. А, сохранить, сохранить вот здесь. А у меня есть дробовик. А у меня есть дробовик. У него 4 патрона. Это мало, очень. Ебать, это что? Вот он, блядь, фокусник бегает. Ах, мразь какая, ах, мразь. Я пока по кисам постреляю. Обезьяна. А, ну мы их уже видели. Опа, опа. Ой, подбежал ко мне. О, ах ты, иди ко мне, блядь, иди давай сюда. Давай нахуй, давай, блядь. Куда побежал, блядь? А что, а... Я в тебя всадил, собака, блядь, 3 патрона, а тебе 1 засчитали? Куда побежал? Ах ты... Он исчез, он правда фокусник, блядь. Вот собака. Ненавижу, блядь. Ладно, продолжаем. Ты продолжай стрелять. Вот это ошибка, блядь! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Обезьяна бежит. Обезьяна бежит. Хорошо, что я их уже пострелял всех. Мы же отсюда выберемся. Я думаю, конечно. Ладно, хер с ним, как бы, ну, сохранимся. Но, видимо, он тратит определенное количество жизни и убегает. Это, с одной стороны, не круто. А с другой стороны, ну, как бы, хер бы с ним. Так что там внизу? Внизу шипы, внизу смерть, ясно. Внизу нам делать абсолютно, абсолютно нечего. Так, а если мы... Тут еще Лёва! Лёва, здравствуйте, я видел тебя. Лёва, Лёва, Лёва. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. О, красиво! Сохраняйся. Вот так. Уху, у меня, я думаю, что там светится? Что такое вот... Что там такое вот находится? А это Лёва. Думаю, а что ты светишься? А зачем? Тут ничего не вижу. Но сюда мы не заберемся. Да, тут слишком крутые вот эти подъемы. Не знаю, зачем ты это сделал. Я вообще ничего не нажимал. Так. Вот, есть какой-то проход вниз. Какой-то вот еще спуск вниз. Ну, пойдем в проход. Нам потом еще, скорее всего, прям наверх идти. Нам потом, скорее всего, еще... Опа, опа, здравствуйте. Здравствуйте. Я случайно к вам зашел. Чисто случайно, я не хотел. Я был вообще в другом месте. Я был в другом месте, мне сказали, тут продают вкусные корма. Блять, вкусные корма для кошек. А тут какие-то большие кошки. Остановись, пожалуйста, хватит. Прекрати, почему ты такой живучий? Остановись. Ох, блядь, аж вспотел. Так, подожди, надо сохраниться. Почему уже получается. В жопу, короче, все вот эти их приколы с... В жопу их все приколы с перекатами. Они нихера не работают, когда она стреляет. Как я могу, блядь, в бок перекатываться, она перекатывается в противника. И что, тут ничего нет? Ни одной аптечки нет? Ладно. Давай, жми. Так, значит, мы можем идти... А еще тут есть рычажок. А это выход, да? А, ну понятно. То есть там мы уже не поднимемся. Все, логично. Значит, нам нужно... Ёб твою мать. Что это за рычание? А кто вас выпустил?
Вот это, конечно, удаете ли вы, аристократы. Мне это не нравится. На этом месте как раз самое то сохранится. А, так, давайте с вами попробуем договориться. Во-первых, не смотри на меня, а уйди. Что ты палишь? Уйди. Опа. 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 Не ожидал? Не ожидал? А я вот он. Короче. Хера мне... Вот он бежит в разрез мне. Ты чё, охерел? Короче, делаем по-простому. Делаем по-простому. Просто бежим. Вот сюда. Опа. Все. Ой-ой-ой, господи, ты меня напугал. Все. Теперь будет все комфортно, все хорошо. Мы не будем мучиться. Не-не, ты... Продолжай, продолжай, не отвлекайся. Давай вот этого теперь. Заметь, эхо поставили. Они сделали эхо. Нифига себе. Так, а тут что-то вообще будет, да? Тут тоже что-то есть. И много всего. А ты выше забирайся, правильно. Так, я тут ничего не вижу выше. Ага, да это все ерунда. Да хули ты ее одну стреляешь-то? Так, тут закрыто. И нам ск... Ага, мы сверху еще откуда-то придем. Окей, я понял. Где-то здесь может лежать всякие аптечки. Всякая штука вот эта, которая нам понадобится. Потом, побежали. Я еще видел, что там есть что-то. О, вот так можно. Опа. Не получается, ладно. Пошли наверх. Тут тоже ничего нет. Еще мышь. Минус две сразу сходу, хорошо. Тоже ничего не вижу. Но тут мы быстро пройдем вот это все. Тут как бы ничего такого нет. Что нам может понадобиться. Поэтому мы это быстренько хотя бы просто пробежимся, чтобы понимать, что нам тут ждать. Опа. А это как так? А это как мне в эту дверь попасть? А, ну я по идее допрыгну своим прыжком. Так, тут что-то есть? Странно, что не спрятали ничего здесь. Как так-то? А, это тупик. Ну, нам как раз вниз. Нам как раз вниз, все четко. Нам в дверь вот в эту идти, в какую. Почему ты это делаешь? Если я резко двигаю мышкой, то в какой-то момент она почему-то решает, что ей нужно кувыркнуться. Сделать кувырок. Так, все, мы сохраняемся. Мы оббежали, ничего не нашли. Просто... Большая локация в никуда. Ладно. А в... ты как будто куда-то прицел... в кого-то прицелилась. А, и она просто открылась, дверь? Типа я все сделал как надо? Я-то думал, тут будет, знаешь, что-то на время. Вот это вот все. А там что? Да хватит ее куркаться, ты что? Воу! Что это было сейчас? Ну, я взял аптечку. Ага. Ага, значит... Ой-ой-ой, ты чё? Чё за прикол? Прищемило меня. А у тебя всё нормально? У меня по жизни чё там вообще? Нормально, не потратилось. Ага, тут вот здесь наконец-то все на время. Окей. Неужели? Значит, все, бежим. Я научился делать спринт в этой игре. Значит, мы опускаем вот эту штуку. Вот эту нажимаем. Она, по идее, должна была сработать. Ах ты, сука, не сработала. Ах ты, не сработала. Почему? Она опустилась снова?
Так. Да, она опустилась. Получается, у нас очень мало времени. То есть я беру, жму. Все, бежим. Бежим. Опа, попали сюда. Молодцы. Жмем сюда. Все, вот и выход. Главное, чтобы меня тут не прищемило. Все, супер. Загадка разгадана. Это все благодаря банихопам. Вот этим нашим прыжкам. А вот и выход. Слушай, а вот и выход. А что же мы... Это не тот выход, где шипы внизу? А-а-а, тут так хитро все. То есть? То есть, ебать, я могу спокойно здесь ходить? Вокруг шипов? А если бегу, нет. Понял? Вот оно как. Блять, жизни потратил, сука. Ладно, ну оно стоило того. Вот здесь стоило, чтобы потратить жизни, потому что мы поняли вот такой необычный момент. Да хватит тебе заниматься ерундой. Так. Еще был момент, что я снимал несколько частей в перерыве. И мог иногда забыть, что я говорил до этого. Поэтому если это не говорил, то в одной из прошлых частей у меня будет очень плохо с цветокоррекцией. Потому что у меня что-то было с драйверами. В этот раз драйвера я вообще обнулил. И все стало лучше. Все стало лучше, все стало понятней. Все считай, как и было. А как бы мне тут пройти? Вот так. Ебать, зациклился. Ага. Поэтому у меня OBS записывает без каких-либо проблем. Вроде как. И у него хуже цветокоррекция, я что-то хер пойму. Ну, без него до этого было вообще все очень плохо. Так, а куда нам, ёпта? Да, он как будто не контрастный ни разу. Но это ерунда. Так, вот, я нашел. Дай заберу. Да, чисто секреты находить с вот этим вот. Ебать, я высоко. Я высоко, но должен ли я тут быть? Не факт. То есть нам нужно... А, вот вниз-вниз, наверх-наверх и перепрыгнуть туда. Окей. Будем считать, что я сообразил. Будем считать, что я понял. Вот так? Да, слушай, сработало. Я очень удивлен, что это сработало. Тут по-любому что должно быть. Яркость побольше. Нету. Представляешь, вот здесь ничего нету. Хотя можно было запихнуть. Но кто увидит, особенно в ремастере, да, кто увидит вот это место? Да никто его не увидит. Я сейчас сохранюсь, чтобы потом больше не бегать. Оп-оп-оп. Но тут хорошо, что уровни не очень долгие. Так, опа. Нормально. Нормально. Ой, это обезьянка. Да я тебя буду прыгать. Все. О, а здесь Зевс. Зевс, блядь. Цезарь. Цезарь лежал. Как много тут секретов. Цезарь лежал. И кушал эти... винограды. Даже три це... Блядь, еще один. Кстати, как... Ой, сука, прыгай. Как символично, кстати. А, говорю, Цезарь. А это ж... А почему ты... Говорю, блядь, отстань, обезьяна. Говорю, Цезарь. А Цезаря звали этого как раз. Главную обезьяну в... В новых фильмах про планету обезьян. И тут как раз обезьяны. И Цезарю. Ну нифига себе. Представляешь, вот это совпадение. Вот это ничего себе. Так, нам нужен ключ, я понял. Нам нужен ключ. Значит, нам сюда. Пожизнем, чё? Пожизнем еще нормально.
Так, это камень двигается, окей. А вот это что? Ничего. То есть, где львы, это вообще не двигается. Я понял. Пошли. Толкай. А, на себя тянуть? За что она, интересно, его хватает? Вот я сколько смотрю, и мне каждый раз интересно, за что она его хватает. Там же схватить-то не за что. И что? Ну, назад. Я нажму назад. Ага. Давай, тяни. Будем считать, что она за что-то это тянет. Ага, вот аптечечка лежит. Начали раскидывать. Вот как я начал жаловаться, так сразу пошли аптечки. Это не... Так, это где? Блять, две мыши. Две мыши, все, я вспомнил, где это место. Блять, мы так, короче, и будем вспоминать все, я понял. Ой, блять, нам же сюда лазить каждый раз придется через низ. И вот это пропрыгивать постоянно. Да это издевательство. Это столько времени тратится. Так, это сюда. Нам вон туда. А если я вообще сделаю вот так, смотри. Такой вот очень хитрожопым, очень хитрым способом. Ох, блядь. Ну, блядь, такой себе способ, конечно. Очень хитрый. О, получилось! Блять, получилось. Ты ж прикинь, так, нам точно туда. Я тебе отвечаю, точно туда. Блять, это не Колизей. Кого вы дурите? Какой это Колизей? Колизей круглый. А это, блять, квадратный какой-то стадион. Обманули меня. Значит, все-таки туда. Значит, там другие две мыши лежат. Окей. А там-то я могу пропрыгать? А там как будто не могу. То есть мне нужно было спуститься вниз по-хорошему и просто подняться вот здесь. Опа. Нормально. Почти без остановки. Смотри, бежим. Так, хорошо, нам сюда. Я добежал. Есть, есть. Оп, оп. Пошли. Давай. Ой, блядь, напугал меня. Опа, ты сейчас тебя прищемит. Блядь, я прищемила. Я не мог отменить анимацию, я не мог отменить ее. Я не мог отменить, чтобы она перестала лезть. Ага. Ну, типа, все норм. Типа, все норм, я понял. Что происходит? Обо что ты бьешься? Ай-яй-яй. А жизни за что тратим? За что жизни тратим? Так не положено. Так нельзя. Так, прыгай. Опа. Нормально. Надо просто подальше это брать. Либо... А, ну с разбегом подальше, либо прям близко. Ну, я понял. Хорошо. Кто здесь? Никого. То есть, вот тут получается, да, просто куча ловушек. Видишь, вот теперь другие две мыши. То есть мы будем вот так, все постепенно проходить, проходить, проходить. Вот мы как раз и спустились. У этого места, окей. Вот так мне нравится. А, вот он, мужчина. Сейчас я сохранюсь, я тебя увидел. Думаешь, я тебя не увидел, сука? Я тебя увидел. Я сейчас беру, блядь, дробовик из своих широких шортиков. Глянь, стоит. Думает, я его не вижу, блядь. Иди сюда, падла. Иди сюда, сучий. Потрох, блядь. Все, он убежал. Лев! Откуда у тебя лев? Вот это, конечно, подстава. Вот это подстава. Наверх. А, ты сюда не заберешься. Дурак, блядь. Опа, а сюда он заберется. Сюда-то не заберется. А куда это мы? А куда это мы? А вернитесь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, блядь. Ты что? Блядь, я как собачка вот эта вот маленькая, понял? Которые сначала гавкают, а потом заднюю дают. Я не вижу смысла за ним бежать. Я уже увидел, что он точно исчезает, что он
этот Гудини, и что от него нет смысла чего-то ждать. Он просто появляется, у него постоянно полные жизни. На кой хер мне тратить на него пистолеты, дробовики? Я что-то не понимаю совсем. Вот это я люблю. Вот это полазить. Конечно, не в этой Ларе Крофт. Увы, не в этой. Опа. Она то, блядь, допрыгивает, то не допрыгивает. Я что-то хер пойму, как она... Как ты... Лара, как ты хочешь, блядь, работать? Вот. 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 Тихо. Это не то, что я задумывал. Получается, мне нужно дойти. Ага. Ну, нормально. И мне нужно туда. Ёб твою мать. Ага. Так, хорошо, хорошо. Плохо, но хорошо. Это было плохо, но хорошо. Опа, осторожно. Опять подходим. Очень страшно. Так, я отпускаю вперед. Прыжок вперед. Отлично. Так, теперь мы подходим сюда. Прыжок вперед. Супер! Я думал, он допрыгнет. Сука. Ага. Куда ты, блядь, летишь, лягушка ёбнутая? Короче, когда она... Блядь. Короче, когда она... Я выяснил. Когда она понимает, что она может допрыгнуть сама, если зажимать пробел и бежать, она начнет прыгать автоматически. Вот так. Но иногда нет. Блядь, надо было сохраниться, чтобы я просто поднялся и все. Почему ты перестаешь, сука, прыгать? Ох, блядь, как тяжело. Вот, бегу. Бегу, прыгаю. Она прыгает автоматически. Так, да, я сохранюсь, ну, херам. Я устал подниматься. Вот, а сейчас получилось. Я не знаю, что ей нужно. Так, окей, это я понял тоже, где мы. Опа. Опа. Все, аккуратненько. Максимально спустились. Но я понимаю, что я уже, когда ты ребенок, ты можешь себе так позволить прыгать. А когда ты уже взрослый человек, это может быть опасно. Так, тоже сохраняемся. Тут, видимо, просто без всяких секретов. Типа, а как же сюда забраться? Вот тебе весь секрет. Тут же ничего больше нет. Или опять какая-то подстава ебаная. А, сейчас закроется, нам проплывать придется. Ну ладно. Одна дверь открылась. И что, на вторую открывать? А, тут секретик вы спрятали, да? С крокодилом, небось? Да нет, слушай, вроде пока спокойно. Ага. А я думал, что двери за нами закроются, нам по-любому сюда идти. Толкай. Ну нормально, толкай. Не стесняйся, все для тебя. Все камни твои. И чё? Давай сюда. Там, наверное, проход какой-то был, и мы его закрыли, да? Действительно. Ключ. Сука, это не секрет. Просто понимаешь, я вот из-за своей внимательности, вот что я хочу все как раз найти. Просто посмотри, сколько здесь этих секретов. Найдено предметов 9 из 14. А, ну секретов 2 из 3. Неплохо. Вот тут хорошо получается все находить. Вот здесь мы с тобой молодцы. Прыжок. Проплыли. Нормально. Дыхания много. Мы уже научились плавать. Все путем.
Так, чё нам куда? А, теперь с ключом мучиться. Где? Так, у меня мало жизней. Ясно. Надо сохраниться. Я слышал обезьян, это плохой знак. Если слышишь обезьян, это плохой знак. Да куда ты побежал? Вернись! Это, ну он убежал. А мы аккуратно спустились, молодцы. Иди сюда. Все. Проблема решена. Смотри, я попытаюсь. Я сейчас сохранюсь и попытаюсь. Короче, аккуратно. Ёб твою мать, аккуратно. Нет, это было неаккуратно. Не повторяй этого никогда, ни в коем случае. Это было неаккуратно. Аккуратно, это значит вот так. Так. Аккуратно. А я зажму Alt. Блять. Не работает. Я думал, что если я пойду пешком, упаду, в смысле, пешком, если ты понимаешь, о чем я, то у нас может все получиться. Но, к сожалению, так не работает. То есть, смотри, в теории я мог вообще тут никого не убивать. В теории. Просто получается бегать от них. В некоторых моментах они, конечно, бы меня доставали. Но не во всех, в некоторых. Я так понимаю, что нам осталось открыть ключом. И мы выйдем отсюда. Опа. Блять, почему у меня так греется ноутбук? Скажите мне, пожалуйста. Все должно было быть хорошо. Опачки. Ой, тут хотя бы небо есть. Смотри, какое черное все. Так, выходим. Есть. Сохраняемся. Лишним не будет. Уже, глянь, слоты пусты. Интересно, сколько их вообще дают? Опачки. Опа, опа. А, нам сюда. Опа. Ты быстрее руки выдвигай свои. Потом же хер что сможешь сделать. Ух. А это что у нас? А. Я забываю об этой штуке, что она у нас есть. Открывай. Ну, норм. Сразу сохраняемся. Там водичка. Крокодильчики, да? Она просто не достает. Я пытаюсь достать пистолеты. Она их не достает. О, крокодильчик-то тут. О, крокодильчик-то тут. И что нам делать? А что делать-то? Здравствуй. Вот мы с тобой и встретились. В тупике. Так тут ничего не открывает. Тут все закрыто. Хера мне тут делать? Крокодил-то за мной плывет, нет? Ну выплывай. Блять, выплывай. Ну он очень низко, она к нему не прицелится. А-а-а, блять. А туда нам зачем? А, ладно, окей. А, жизнь им еще нормально, слушай. Блять, это просто я зашел за вот этим вот. Я-то думал, что... Ай. Я теперь не знаю, что думать. Я думал, что мы сейчас туда пройдем, там что-то мы найдем, и все будет отлично. Ебать, обезьяна вылезла. Откуда? Откуда? Вы ко мне пытаетесь забраться? Не надо.
Ни в коем случае не надо. Где она, еще одна? Она еще не перестает прицеливаться, когда уже убила. И хрен поймешь, куда она целится. Так, окей. Пробуем еще раз. Я пытаюсь сообразить. Только хотел похвастаться, что я все запоминаю, какие места где есть. Все класс, все понятно. И вот мы пришли в место, где ни черта не понятно. Плавает, блядь, крокодил. Крокодил. Плавает. Которого не убить. Которому никак не поступиться. Просто вот это не взаимодействуется с ним. А, так воды вообще нет. Ну, может быть, мы так что-то можем найти. Да нет, нифига нет. Отстань, ёбаный рот. Да уйди, лянь, меня кусает. А, вон, вон, наверх, наверх есть. Все, нашел. Это было максимально незаметно. Это было максимально незаметно. Я ж на низ ориентируюсь, я ж под водой плыву. Что-то открылось, непонятно что. Так, все, сохраняемся отсюда. Чтобы нам было проще. Прыгай вниз. А-а-а! Ой, извините меня, извините. Извини. Извини, сюда иди. Блять, почему ты не здесь? Я тебя сейчас подстрелю. Проплыви, проплыви, проплыви. Иди сюда. Иди сюда. Ты плывешь? Он плывет. Он плывет. Сейчас в мою засаду попадет. Сейчас он в мою засаду попадет, сука. Или я в его засаду попаду. Сейчас я справлюсь. Я справлюсь. Я справлюсь. Ну, 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 вот он. Чего ты? Попала? Где он? Опа, вот он. Это понимаешь, вот как в кошмарах. Вот ты спишь, спишь. Прицелься в него. Давай, давай, давай. Вот ты спишь. Что снится тебе, что ты плаваешь. А потом херак, и акула такая на тебе. О, это очень жуткие сны. Мне такие как-то снились. Это максимально неприятные. Все, ты сдох. Наконец-то. Так, подожди, нам туда. Сейчас это давай подышим. Я сохранюсь, чтобы мы больше этим не занимались. Потому что вот это он напрягает, нахер он нужен. Ныряй. Я ж не зря обучение проходил. Давай, поплыли. Вроде уровень... А мы все прошли, по идее, нет? Ну? Кто хотел сказать, что уровни не особо-то долгие? Нормально. А, прикол, мы прям начинаем. Очень, очень интересное, кстати, вот это завершение, начало. А, так, я предлагаю всплыть. И вот так сохраниться. Видишь, да, тут воды как таковой нет. Просто подсветка меняется в старом, в старых текстурах. Не, мне было бы очень сложно играть в такой вариант. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.